Уважаемые жители Иркутской области, дорогие сибиряки, вот и пришло время проводить уходящий и встретить наступающий Новый год. 2020 год был очень непростым. И даже несмотря на это, я думаю, каждый из нас вспомнит немало светлых и радостных моментов уходящего года. Испытания, которые принес нам этот год, имели и обратную сторону. Посмотрите, сколько ярких качеств проявили жители нашей области. Врачи и все работники здравоохранения, которые приняли на себя основной удар пандемии и достойно справились с нагрузкой. Тысячи волонтеров пришли на помощь медикам, старикам, одиноким людям и всем, кому эта помощь действительно была необходима. Учителя, которые мужественно перешли на дистанционную форму обучения. Ученики и их родители, которые помогли педагогам справиться с этой задачей. Владельцы и работники предприятий малого и среднего бизнеса, по многим из которых тяжело ударила пандемия, но которые смогли устоять, смогли найти способ укрепить свою эффективность и продолжить развивать свое дело. Строители, которые, несмотря ни на что, продолжали возводить дома, школы, больницы, спортивные и культурные объекты. Особая благодарность ветеранам, которые с пониманием отнеслись к самоизоляции и встретили памятную дату в условиях ограничений. Вы показали всем нам пример стойкости и терпения. Этот список продолжать можно и дальше. Я искренне благодарю вас, дорогие сибиряки, за вашу стойкость, за ваш оптимизм, за все лучшее, что так ярко проявилось в вас в этом году. Считаю, что именно эти качества дают всем нам право надеяться, что наступающий год принесет гораздо больше радости. Я хочу пожелать каждому из вас мира, здоровья, хороших и благородных замыслов и их реализации в наступающем году. И действительно, как можно больше светлых моментов. С наступающим вас 2021 годом!